Сегодня у меня Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Такая вот модель. По-другому она называется SK17i. Такой вот слайдер с разбитым тачскрином. Мне его таким уже принесли. Будем менять тачскрин сегодня на него. Точнее, сборный модуль тачскрина, дисплея. Так он выглядит. Новый. Вот. Снимается он просто термофеном. Вот снять я вам показывать не буду, потому что он, видите, уже отвален у меня. Видать, упал. Его отодрали. Вот. Тем не менее, снимать его достаточно просто. Включаем термофен, градусов 300-350. Греем по периметру, как все остальные модуля. Я показывал в прошлом видео. Вот, снимаем сверху. Снизу находится у нас шлейф. Видите? Снимаем его сверху. Таким вот образом. Вот он проклеен двусторонним скотчем по периметру. Достаточно просто снимается. Вот. И после снятия он выглядит вот так вот. Итак, давайте попробуем, поменяем. Батарею я зарядил уже. Вот, то есть он включается, но никакого рисунка здесь нам не показывает, потому что, видите, в ужасном состоянии. Вот его разъем. Для того, чтобы поменять дисплейный модуль именно на этой модели SK17i, не обязательно разбирать полностью телефон. Вот. Достаточно просто снять верхнюю панель. У нас тоже разбитая, видите. Но полностью снять вы ее не сможете, потому что здесь она прикреплена болтами вот с этой стороны. Можно, конечно, разобрать для удобства, но я предпочитаю менять так. То есть, если вы разбираете первый раз, то, наверное, вам будет достаточно сложно заменить ее, не разбирая. Я снимаю только вот этот болтик, который держит переднюю рамку. Вот это вот. Хотя можно было не снимать, она у нас разбитая. Вот таким образом отгинаем. Отгинаем. Вот видите. Вот здесь находится у нас разъем. Отстегиваем его. Разъем сборного модуля. Снимаем модуль. Давайте пристегнем новый, попробуем. Проверим его. Итак, пристегиваем. Пристегнули. Цвет на экране какой-то появился. Вот. Надо его, давайте его перезагрузим, потому что не все дисплеи загораются при включенном телефоне. А вот, даже так, он сам включился. Сейчас проверим тач. Дисплей, судя по всему, работает. Загружается телефон. Тач работает, судя по всему. С этой стороны тоже попробуем. Ну, как видите, все в порядке. Можно смело менять, даже не разбирая телефон. Выключаем телефон. Выключился телефон. Снимаем разъем.
Давайте мы сейчас его проклеим как следует. Итак, не знаю, каким образом его снимали и кто его снимал, но здесь остался двусторонний скотч. Вот видите, очищаем поверхность полностью. Абсолютно потеряны клейкие свойства, потому что уже не раз попадала на него пыль. Очищаем полностью всю поверхность, которой крепится дисплейный модуль. Видите, она металлическая. Хорошо очищайте углы острые. Если он был открытый, значит в любом случае в него попало много пыли, грязи. Приблизительно так. Протираю техническим спиртом. Это делать не обязательно, но для лучшего прилипания двустороннего скотча лучше, конечно, обезжирить. Тем более, что телефон был открыт уже до нас. Обезжирить. Итак, проклеиваем. Сверху все то же самое.
все готово. Вставляем тач. Поднимаем рамку, как я показывал. Вставляем кабель. Пристегнули. Включаем телефон. Сжимаем как следует. Такая вот несложная замена данной модели без раскрутки телефона, без разборки телефона. То же самое можно сделать и с телефоном, у которого экран приклеен, просто займет у вас на 5 минут больше времени. Как я уже сказал, снимать совсем несложно дисплей. Забыли прикрутить болтик в переднюю рамку. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Это была Sony Ericsson Xperia Mini Pro SK17i модель. Всем спасибо за внимание и удачного дня.